В администрации Бавлинского района обсудили проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, и напомнили бавлинцам о необходимости воспитания патриотизма среди молодежи. В году празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне приобретает особый смысл и значимость. Сегодня мы живем в новом формате времени, когда против России развернута жесткая информационная война. Идет попытка переписать нашу историю, и это недопустимо. Наша главная задача на сегодня – сохранить память о героизме воинов в годы Великой Отечественной войны. Последние события в России и в мире в полной мере показали важность воспитания нашей молодежи в духе патриотизма, любви к Родине. Они должны знать прошлое России и гордиться страной. В ходе встречи на тему воспитания патриотизма среди школьников и молодежи выступили методист отдела образования Бавлинского района Юлия Рудковская и руководитель местного отделения «Волонтеры Победы» Артур Гореев. На встрече, посвященной подготовке празднования Дня Победы, особый интерес вызвало выступление научного сотрудника Краеведческого музея Кадрии Гемазовой, которая рассказала о существовании виртуального музея Великой Отечественной войны Татарстана. На страницах виртуального музея можно увидеть рассказы ветеранов о войне, фото и видеогалереи тех лет, а также информацию об участниках Великой Отечественной войны. В ходе совещания озвучили предварительный план мероприятий празднования Дня Победы в нашем районе. План мероприятия по подготовке и проведению 9 мая и 77-й годовщины Победы Великой Отечественной войны у нас утвержден руководителем исполкома 23 марта 2022 года. Он имеет у нас 4 раздела. Это первое — благоустройство, подготовка и оформление города и района, мест проведения праздничных мероприятий. Второй раздел — организация поздравлений и мероприятий по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Третий раздел — организационная работа, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Четвертый раздел — информационно-пропагандистские мероприятия. На сегодняшний день в Бавлинском районе проживает 4 участника Великой Отечественной войны, 158 тружеников тыла, 14 вдов участников войны, 42 жителя являются и вдовами, и тружениками тыла. Всего в районе 218 ветеранов Великой Отечественной войны. Евгения Ливанова, Артем Артемьев, Бавлинское телевидение.